Эта медитация поможет тебе очистить свою энергию от каких-либо внешних влияний, сбалансироваться, расслабиться и чувствовать себя лучше. Закрой глаза, сядь или ляг, как тебе удобно, и постарайся максимально расслабиться. Для начала я предлагаю начать медленно дышать следующим образом. Медленно вдыхай и считай про себя до 5. Затем задержи дыхание, также считая до 5. Теперь выдохни, медленно выдыхая, считая до 5. Задержи дыхание также на 5 счетов. Делай это в комфортном тебе темпе. И еще раз. Вдох. Задержка дыхания. И выдох. Задержка. Задержка. Ты можешь продолжать дышать так, пока не почувствуешь, как полностью расслабился. Теперь представь, быстро-быстро вращающейся воронки, прозрачной, кристальной, световой воронки. И вся энергия, которую мы будем отпускать, чистить, она будет уходить вниз, в центр этой воронки и в центр Земли, где она будет трансформироваться в наивысшую энергию Творца. Представь, что сверху на тебя льется белый, яркий, яркий божественный свет. Если тебе некомфортно работать со светом, попробуй представить жидкость, прозрачную, переливающуюся, кристальную воду, которая льется на тебя сверху. Я буду продолжать говорить о свете. Ты же можешь представлять то, что тебе удобно и комфортно по ощущениям.
переливающийся свет проникает в твою макушку, спускается вдоль по позвоночнику, наполняет твою голову, грудь, окутывает тебя полностью, спускается дальше. Солнечное сплетение заполняет все твои чакры, от коронной до корневой Муладхары, наполняет весь твой организм, спускается по ногам, и вот ты весь наполнен светом. Участки в твоем теле, которые свет не заполнил, и заполни их. Попроси очистить все твое тело от любых энергий, которые тебе не принадлежат, которые не твои. Представь, как эти чужеродные энергии просто стекают вниз и уходят в центр воронки. И дальше к центру Земли для преобразования. Можешь также пройтись по каждой чакре отдельно. Представь свою коронную чакру, увидь ее, она прямо над твоей головой. Попроси божественный свет, который заполняет тебя, очистить ее, сбалансировать ее. Привести в первозданный вид. Наполни ее светом того цвета, который тебе сейчас хочется. Это может быть фиолетовый, это может быть синий, а может розовый. Почувствуй, какого цвета тебе сейчас хочется. И наполни свою коронную чакру этим светом. Дальше посмотри на свою шестую чакру, чакру третьего глаза. Она находится примерно у тебя на уровне лба, в центре головы. Сбалансируй ее, наполни ее светом. Того цвета, какого тебе хочется наполнить именно в эту чакру, которую тебе хочется привнести сюда. Попроси свет, который наполняет тебя, очистить чакру. Сбалансировать ее и наполнить ее тем светом, который
который ты считаешь необходимым. И дальше мы спускаемся к пятой чакре. Эта чакра горловая находится в районе горла, щитовидки. Почувствуй ее, увидь ее, наполни ее светом. Чаще всего эта чакра ярко-голубая. Наполни ее ярко-голубым, сияющим светом. Очисти и сбалансируй. Представь, как свет наполняет ее, этим очищая ее, балансируя. Мы спускаемся ниже, в четвертую сердечную чакру анахату. Рассмотри ее, почувствуй, почувствуй, что у тебя в сердце сейчас. Если там какие-то волнения, тревоги, отпусти их. Просто дай им стечь вниз. Наполни свое сердце ярким светом божественной, безусловной любви. Наполни свое сердце светом того цвета, который тебе хочется и кажется правильным сейчас. Увидь, как свет наполняет твое сердце, очищает сердечную чакру и балансирует ее. Если приходят какие-то мысли, просто отмечай. Просто наблюдай их. Они как приходят, так и уходят, как облака, плывущие в небе. И если это мысли тревожащие, спроси себя: а это мои мысли? Кому они принадлежат? Первый ответ, который придет и будет правильным. И если это мысли не твои, просто помести их в блестящий, воздушный шар, наполненный светом. И отпусти его. Представь, как этот шар поднимается все выше и выше, становится все меньше и меньше, пока совсем не исчезнет из вида.
А мы продолжаем очищать и балансировать чакры и спускаемся в солнечное сплетение. Чакра солнечного сплетения чаще всего бывает желтого цвета. Но у тебя она может быть какого угодно цвета. Рассмотри ее, наполни ее божественным светом . Попроси божественный свет очистить ее, сбалансировать ее, наполнить ее тем светом, который ты считаешь необходимым. Ниже. Сакральная чакра. Она находится у нас чуть ниже пупка, в районе живота. Рассмотри ее. Позволь божественному свету наполнить ее, сбалансировать, отпустить все, что там накопилось, может быть, если там какая-то боль, какие-то эмоции, которые сейчас поднимаются. Просто отпускай их. Позволим просто стекать вниз. Или помести их в воздушный световой шар, как мы делали раньше. Попроси божественный свет направить эти мысли, эту боль, какие-то эмоции, все, что ты поместил в этот шар, туда, где это будет преобразовано в наивысшие энергии Творца. И еще ниже, у основания позвоночника, корневая чакра, Муладхара. Обычно она изображается красного цвета. Рассмотри ее, какая она у тебя. Очисти ее просто своим намерением. Просто скажи: прошу очистить мою чакру, Муладхару, от всего, что мне не принадлежит. Наполни ее светом и цветом, который считаешь необходимым, который чувствуешь, тебе сейчас хочется, которым тебе хочется сейчас наполниться. Представь, как из твоих стоп
вырастают корни. Они все врастают глубже и глубже в землю. Уходят все ниже и ниже. Почувствуй свою связь с землей. Почувствуй, как твое тело наполняется кристаллической энергией земли. Становится тяжелым. А сейчас я буду считать от 5 до 1. И когда я скажу 1, ты почувствуешь себя отдохнувшим и можешь открыть глаза. 5, 4, 3, 2, 1. Теперь ты можешь открыть глаза. Поблагодари Создателя и всех твоих проводников за помощь и очищение.